Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Православная Брянщина». Наркомания – это опасная болезнь. Это не просто поврежденное здоровье и психика. Это поломанные жизни. Это зависимость, избавиться от которой человеку в одиночку практически невозможно. Только по официальным данным, в Брянской области на медицинском учете в наркологическом диспансере стоит около 4500 человек. Немного больше, чем в прошлом году. Это достаточно большая цифра. В нее входят и те, кто находится на диспансерном наблюдении, на профилактическом учете. Причем, к сожалению, мы наблюдаем тенденцию ежегодного прироста численности наркопотребителей, наркозависимых, и это не может не беспокоить нас. И, естественно, мы должны приложить все усилия для того, чтобы этот прирост остановить. Каков же портрет современного наркопотребителя? Это в основном молодой человек до 30 лет. Он может принадлежать разным социальным группам. Это могут быть молодые люди из достаточно благополучных семей, со средним достатком, и люди, которые принадлежат к социальным группам риска. В этом как раз особенность сегодняшнего портрета наркопотребителя. Вопросы употребления наркотиков, зависимости от них и, как следствие, все более широкого масштаба их распространения стоят на особом контроле государства. Одна из мер решения этой проблемы – создание реабилитационных центров, некоммерческих организаций, которым государство оказывает помощь в виде грантовой поддержки. Уже в течение 2 лет на территории Российской Федерации формируется комплексная система реабилитации и ресоциализации, которая состоит из ряда компонентов, в том числе связанных с созданием на территории отдельных регионов так называемых реабилитационных центров. Причем речь здесь идет в первую очередь о реабилитационных центрах, которые являются негосударственными. Реабилитационных центрах, которые в своей деятельности руководствуются определенными принципами, обозначенными в федеральном законодательстве и обозначенными в законодательных актах отдельных регионов. Впервые на Брянщине началось строительство православного центра реабилитации для наркозависимых. Он располагается на территории Карачевского Воскресенского мужского монастыря. Строительство ведется по благословению митрополита Брянского и Севского Александра. Год назад владыка освящал закладной камень в основании центра. Святые поживе во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И вот уже мы работали над документацией проектной. Вы видите уже окна второго этажа здесь. Видите, уже меньше чем за месяц возвели уже строительную коробку. Иеромонах Диомид уже имеет опыт работы с наркозависимыми. Более 15 лет при Плащанской Богородицкой мужской пустыне в Брасовском районе существовал реабилитационный центр. Но сейчас мы выходим на новый уровень, потому что все-таки нужно специальное отдельное здание, отдельная группа специалистов, которые будут заниматься ими. Почему центр для зависимых строится именно на церковной территории? Для того, чтобы улучшить качество, улучшить эффективность прохождения этой работы, этой адаптации для людей, потому что болезнь, наркозависимость, она очень сложная, и она связана часто с кризисом ценностей. А ценностности – это уже обращение к смыслу жизни, к вере. И поэтому вот нахождение такого центра рядом с православным приходом или монастырем очень важно. Русской православной церковью разработаны основные принципы церковной реабилитации наркозависимых. И в создаваемом центре пациенты будут проходить реабилитацию по данной программе. Она вполне успешная, и именно поэтому нас поддерживает и государство в лице Федеральной службы по контролю наркотиков, потому что доказано и уже измерено, и всячески
исследовано это дело? Как показывает практика других реабилитационных центров, именно духовная составляющая реабилитации играет тот стержень, роль того стержня, который позволяет достаточно быстро человеку, попавшему в беду, наркопотребителю, достигать успеха вот в борьбе с этой болезнью. Примеры других реабилитационных центров, православных реабилитационных центров, яркое свидетельство тому. То есть, когда мы говорим о православном реабилитационном центре, мы должны понимать, что программы реабилитационного центра, православного реабилитационного центра, они достаточно очень качественные. Почему? Потому что они основаны на последних научных разработках, которые существуют, наиболее эффективных программах реабилитации и ресоциализации, которыми руководствуются специалисты сегодняшнего дня. Реабилитационный центр рассчитан на 16 человек, с которыми будут работать 5 специалистов. Они будут стараться уделять внимание каждому пациенту, ведь им очень не хватает чуткости и теплоты в жизни. Проходить реабилитацию смогут мужчины как из Брянска, так и из других областей. Длиться она будет от полугода до года. Это первый этап, самый важный. Это реабилитация, именно адаптационный процесс в среде лечебной, терапевтической. Затем должно быть выздоровление уже в некой такой среде, как говорится, наполовину, по дороге к дому, что ли. То есть, может быть, специальные адаптационные квартиры или центры такие адаптационные, которые расположены ближе к городам или в городах, и в которых происходит дальше адаптация таких людей к городской жизни. Мы должны в первую очередь говорить о том, чтобы в первую очередь зависимость отошла на второй план, или, по крайней мере, человек знал бы, как с ней бороться, как с ней жить дальше. Это вопрос. Рядом с центром планируется устроить мастерские и спортивную площадку. Для того, чтобы люди, как сказать, возвращались к жизни, а жизнь, она в активном фазе всегда должна быть, не только сидеть и разговаривать. Рядом с центром находится частный сектор, и у некоторых местных жителей могут возникнуть опасения по поводу такого соседства. Конечно, опасения можно развеять, потому что, собственно говоря, люди, которые хотят выздороветь, они не будут стараться что-то сделать, именно какие-то шаги, и по отношению не только к себе и к своим окружающим, но и по отношению к соседям, которые будут здесь, конечно, будет очень дружелюбно. Я абсолютно уверен в этом. Абсолютно будет дружелюбная атмосфера. И помощь, может быть, какая-то, если нужно, сельчанам, так сказать, пожилого возраста. В основе зависимости, убеждены священнослужители, лежит ценностный конфликт, кризис веры и кризис семьи. Адам и Ева, они, так сказать, изначально были задуманы Богом как союз полноты, некой полноты. И вот как раз зависимость возникает от того, что эта полнота нарушена. Как вести себя родным, если член их семьи стал употреблять наркотики? Ситуация непростая, но, как говорят психологи, вполне решаемая. Главное не опускать руки и не поддаваться отчаянию. Чтобы оказать родственникам зависимых психологическую помощь и поддержку, при Брянской епархии был создан центр по работе с семьями зависимых. Он действует уже на протяжении 5 лет. Известно, что это болезнь семейная, и невозможно, скажем так, вылечить одного зависимого, а семья останется все в том же состоянии. Семье тоже необходимо решать свои внутренние проблемы, свои внутренние вопросы и работать над собой тоже в первую очередь. Каждую среду в 6:30 в здании Воскресенского храма, в здании Крещалина выделено помещение, и там собираются родные и близкие зависимых. Наши встречи строятся на обмене опытом. В первую очередь мы говорим о своем опыте взаимодействия с зависимыми людьми. Пытаемся донести до семьи ту информацию, что это не плохой человек, не злой, а больной, и отношение должно быть как к больному.
И мы делимся еще надеждой. Мы говорим о том, что эта болезнь не наказание, это болезнь, возможность изменить себя, сделать свою жизнь другой, может быть лучше, может быть счастливее. Это возможность работы над собой. Реабилитационный центр в Карачеве возводится на внебюджетные деньги. И на сегодняшний день финансовых средств недостаточно, чтобы завершить строительные работы. Центр строится в форме общественно-государственного партнерства, потому что задача эта очень важная для общества и для церкви тоже, конечно, как церковь, как часть нашего общества. Но затраты большие, поэтому, конечно, мы призываем общественные силы, так сказать, предпринимателей всех наших и местных, и не только с Брянской области, для того, чтобы они помогли нам возвести этот центр и дальнейшую ее работу тоже поучаствовали. Хотели бы особо благодарить компанию «Стройдело», потому что именно вот этот центр прокредитовано, это строительство именно этой компании за ее средства, потому что мы еще собрали совсем мало денег для того, чтобы можно было расплатиться за строительство. Центр наш, можно сказать, единственный, который строится с нуля уже у нас в России. И поэтому, конечно, мы рассчитываем на помощь общества, на помощь неравнодушных людей. Что думает по поводу строительства православного реабилитационного центра для наркозависимых общественность? Брянские женщины, каждая из которых сама мать. Безусловно, это проблема не только наркозависимых и не только нашей православной церкви, которая взяла на себя такой груз, взвалила по строительству, которое, естественно, что это очень большие материальные затраты. Просто и наши власти, наше управление городское, областное, но все должны к этому приложить тоже какую-то, внести свою лепту обязательно. И, безусловно, это проблема не только каждого члена семьи, семьи той, которая столкнулась с этим, а проблема всего общества. То есть все должны быть вместе, и не должно быть чужого горя, не должно быть чужих детей, которые тебе безразличны. Должен каждый в этом поучаствовать. В выздоровлении обязательно нужна вот такая духовная составляющая. Понимаете, невозможно выздороветь на пустом месте. Вот просто вот взять, вот я буду вот за обязательно. Понимаете, когда человек в употреблении, в алкоголе или в наркотиках, для него этот наркотик, алкоголь становится Богом. Понимаешь, он ему служит, он служит ему. И когда он от этого избавляется, вот остается такая вот в душе вот пустота, просто вот дыра. И эту дыру обязательно должна заполнить духовная такая составляющая. И потом человек никогда, он должен понимать, что он не одинок, что существует, просто реально существует помощь вот свыше. И когда ты просишь и надеешься, и ждешь, она обязательно приходит. Так не бывает, что ты ждешь, надеешься, и тебе не помогает. Обязательно какие-то спасительные обстоятельства, какие-то люди попадаются на твоем пути, которые протягивают тебе эту руку помощи. Поэтому реабилитационный центр, тем более православный, он просто необходим. Я как представитель Брянской области и житель этого города Брянска, я, естественно, хочу об этом заявить. Я знакома с этой проблемой. И, в общем-то, нужно обязательно оказать как можно более такую максимальную помощь, направить все силы на строительство этого заведения, которое необходимо, именно в православном месте, там, где находится монастырь, православие, оно бы оказало очень хорошую поддержку человека, потому как духовное развитие человека – одна из важных составляющих вообще его развития. Но так как также этого не хватает у нас с самого детства, в общем-то, поэтому дети мало знают церковь, они не знают туда дороги, они, в общем-то, вот эта пустота, которая образовалась вот в
в процессе такого становления, развития человека, она заполняется всякими всевозможными другими вещами, которых вообще потом мы вот получаем вот такие плоды. Наша передача подошла к завершению. Дорогие телезрители, берегите себя и своих близких. Да хранит вас Господь!